Возможности воздушных саней поражают. По скорости они легко могут догнать автомобиль – 50 км в час. И на крутом и высоком склоне может быть и не предел вовсе. Только вот ни о каких ремнях или подушках безопасности речи, к сожалению, не идет. Прочувствовать тюбинговый экстрим за прошедшие праздники смогли миллионы людей. Однако для некоторых катание стало последним. Федеральными экспертами зафиксировано как минимум 10 смертей. Одна из последних трагедий произошла с молодой девушкой в городе Павлово Нижегородской области. 26-летняя Екатерина на тюбинге подлетела на кочке, слетела с ватрушки и получила серьезную черепно-мозговую травму. 4 дня медики боролись за ее жизнь, но женщина скончалась. Иногда в погоне за скоростью ватрушечники переходят, кажется, все грани разумного. Например, привязывают ватрушку к транспорту, при этом совершенно не думая о том, что в любой момент она вместе с лихачом может оказаться под колесами мимо проезжающих машин. Центробежную силу никто не отменял. Героями трагических катаний часто становятся дети. Так, в эти каникулы в Уфе после тюбинга с серьезной травмой в больницу госпитализировали 7-летнюю девочку. Ребенок, благо, остался жив. В коме летальных исходов от зимних забав в этом сезоне пока не было. Но они были в прошлые годы. В конце 18-го, перед самым Новым годом, 17-летний юноша погиб, катаясь на ватрушке. А в 2012-м на базе Снегири в Ухте прокат с горки на тюбинге стал последним для 50-летней женщины. Печальная статистика есть и в столице Коми. Жительница Эжвы в 2009-м погибла, катаясь на ватрушке, привязанной к снежному бурану. Каждые выходные количество поступивших, обратившихся в травмпункт с травмами, полученных на катании на ватрушках, увеличивается. Травмы шейного отдела позвоночника, травмы нижних, верхних конечностей. Травмы, ушибы копчика. Пациентов с травмами после катания на ватрушках в больницах чуть ли не большинство. Кстати, с популярностью тюбинга растет и количество несанкционированных горок. Катание на них бесплатное и, как следствие, неограниченное. В Сыктывкаре таких спусков несколько. Один из них, к примеру, в Кировском парке. Каждую зиму со склона набережной съезжают сотни ребятишек и взрослых. И здесь, как говорится, повезет не повезет. Еще одно скопление ватрушечников наблюдается около Свято-Стефановского собора. Здесь нарушений безопасности хоть отбавляй. Препятствия в виде деревьев, заборы и неконтролируемый поток людей. Спасатели отмечают, избавиться от стихийных горок, увы, невозможно. Закроешь одну, люди следом обязательно построят другую. Но чтобы хоть как-то обезопасить катающихся, в МЧС разработали специальную памятку – свод правил при занятии тюбингом. При катании на воздушных санях очень важно убедиться, что на поверхности спуска нет ни ям, ни каких-либо посторонних предметов, ведь они могут спровоцировать падение на высокой скорости. Также важно, чтобы по обочине тропинки не было ни деревьев, ни сучков. А еще лучше, если спуск будет оборудован сеткой с каждой стороны. Сев на ватрушку, убедитесь, что вы разместились на ней максимально комфортно, заняв все пространство под вами. Обязательно держитесь за ручки и будьте уверены, что впереди вас нет катающихся. Кстати, как и сзади, ведь они могут вас ненароком подтолкнуть, а это к безопасному катанию никак не относится. Свести опасность к минимуму можно на специально подготовленном спуске. Да и у официальных горок всегда дежурят инструкторы-спасатели. У нас специально подготовленная желоба под наши, грубо говоря, ватрушки. Они имеют определенную форму, то есть для того, чтобы ватрушка не уходила куда-то в сторону. Горки как для детей, так и для взрослых одинаковые. Единственное различие – детские и взрослые ватрушки. Кстати, неверно подобранная ватрушка – тоже одна из причин травматизма. Важно правильно подбирать снаряжение в магазине и учитывать размеры будущих воздушных санок. Так, ватрушки рассчитаны на взрослого человека. Ребенок, скорее всего, не удержится, как, впрочем, наоборот. Мой ребенок старше учится в средней полосе, где в этом году вся средняя полоса практически без снега. И хочется восполнить этот пробел нашими зимними просторами. Поэтому мы пришли на русские горки, чтобы дети покатались. Мы стараемся опасные виды спорта все же приходить на оборудованные территории, где здесь безопасность, где есть инструкторы, которые помогут в случае чего. Ну и, конечно, не стоит кататься парами, а то и паровозиком. Радость от спуска с горы безопасно переживать одному. Правила и запреты для любителей зимних забав придуманы не случайно. И каждый должен осознавать, что целиком и полностью ответственность за свою жизнь каждый конкретный отдыхающий несет сам. Евгения Кладкевич, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».